Был результат. Футбол состоит из 11 игроков. 11 игроков твоих, 11 игроков противника. То есть это командная игра. Если человек начинает играть сам, он обязательно проиграет. Обязательно. Он не удержит мяч. Какой бы ты ни был бы специалист, какой бы ты ни был бы профессионал бы, но ты обязательно потеряешь мяч. Поэтому наша цель не просто удержать мяч, а то, чтобы нам выиграть этот матч, правда? Мы должны выиграть, понимаете? У нас нету другого варианта. В общем, мы прошли уже проверку. Все пошли. Нервисы чуть-чуть задержали, пикало. Шучу. Вот, так что направляемся уже в Киев. Андрей, пока. Это Марк. Передай что-нибудь. Желаю нам или им? Нам, конечно. Нам хорошего полета, настроения. А вам не скучать и не плакать. Полететь. Не говори. Придется попасть. Это начало поездки. Не будет отвечать. А, все наши, почти весь автобус заняли. Рады. Можно обратно лететь. Нереальный вид. Очень много лестниц, правда? Что впечатлило? Очень много лестниц. Очень вкусно. Хорошая налога. Я просто вижу, как сверхъестественно Господь начал этот путь каждого из нас, как Он нас всех собрал, поэтому я знаю, что будет что-то особенное. Я в таком предвкушении просто стою в проломе, чтобы дьявол не похитил ни одно благословение, которое нам предназначено. Сейчас пойдем погулять по городу. Вообще, я очень люблю путешествовать и люблю такие места новые. В Киеве первый раз. Но так холодновато. Надо одеться потеплее, перчатки обязательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Ну и как, Ваня? Круто. Круто, что самое лучшее понравилось? Метро. Давно не видел. Да, метро хорошее. А тебе, Олег? Что? Что самое лучшее понравилось? Миньоны. А? Миньоны. Миньоны! Спокойно.
Самуил, что над тобой плавает? О, Jesus! Вот, снимай. Вот, Самуил. В восторге. Лиза, тебе нравится? О, да, очень красиво. Отлично. Эстер, все фотографируешь? Да, очень красиво. Да, и акула вот поплыла. Что ты ощущаешь в этом месте? Я ощущаю, как под водой, такое ощущение, такое, как давление или что-то такое есть. Ага. Собака, да? Собака, да. Здравствуй, привет. Они же дружелюбные вообще. Дай пять, пять. Пять дает, а мы не даем обратно. Не. С поиска к нам. Мурена. Ну что скажу, если вы будете в Киеве, обязательно заедьте в аквапарк, потому что очень интересно, видите, здесь акулы плавают. Надо быть холоднокровным, бизнесмен должен быть холоднокровным, ну и контролировать себя. Я до встречи. Ваня, вот чунгачанга, я не могу. Прямо тут пройду. Я ж такой. Мы тут живем? Да, вы тут круто живете. Вау! Тут новый КП вообще. Ночной Киев. Наверное, еще будем ехать час какой-нибудь через него. Я тоже так видел. Помятый, доброе утро. Голубой купе. Катится, катится. Здравствуйте. Доброе утро всем. Нас встречает. Это Женя. Привет, вышли на Украине, да. Здорово. Привет, рады вас видеть. Молодцы, голубчики, добрались. Вы нас ждали? А? Вы нас ждали? Очень ждали. Прям даже здесь ночевали, не могли так дождаться. Дорогие братья и сестры, приветствуем вас в Украине. Мы очень рады вас здесь видеть. Ура! Нерис, ты счастлив? Очень. Счастлив, что не проспал. И все? Выход, да. Все сейчас поедем. Улыбка у Сереги не сходит. Это здорово. Приятно видеть счастливым. Ждем дальше хорошего продолжения дня. Настроение выспанное. Да, мы отдохнули, сторожа? Да. Окей, круто. Лука. А где Самуил? Вон он, не потерялся, все в сборе. Да, но главное, он приехал. Конечно, доехал на конце. Лужчане за 2 дня приехали. Приехали, да? Вот так вот братья уже живут, Лен. Вот так вот. Вам, братья. Да, нам очень повезло. Да. Даже с рыбками. Олег сказал, зачем вы к океанариям ходили? Вот рыбки, посмотри. Какие деньги платили, да? Что у нас есть? Вот.
А, вот это блинчики. Вау. Вот так вот встречает. Вот так вот встречать надо, да? Да. Любим вас. Что сделать? Да. Куда же тратить эту любовь и скромность? Сегодня замечательный день. Я вам хочу сказать за всю историю существования церкви вот в этом городе такого у нас никогда не было. Давайте, друзья. Аллилуйя. Я не буду. Мне вот здесь приятно, знаете. Он так и не распознал, кто скрывается за этими человеческими кожами. Но когда Авраам посмотрел на это, он распознал, кто скрывается за этими человеческими кожами. И мы живем в то время, когда мы видели Бога за человеческими кожами. Но это не остановилось только на пророке. В нас сияют добродетели Христа. Настроение отличное. Лука, ты засыпаешь, кажется, или что? Или глаз так закрылся? Я романтик. Ты понимаешь? И когда мы собрались все, этот вот Алик пришел с Дианой. Этот Алик, кстати, вот только в больнице мы писали. Две операции на сердце сделали вот недавно совсем. Вот, еще месяца нет. Вот это, ну, Чердова, Дима, родственник. Вот. Как вы отдохнули? Хорошо. Да? Мы больше не ходили. Посмотри, местные литовцы приезжают. Давай присоединимся. За нами приехали. Как настроение у нас? Да? Привет. Куда мы едем? Не знаю, говорят, на кладбище, немного страшно. А мы не приехали еще? Может, ко мне? Еще есть. Чудесном месте Мелитополе. Не, уже за Мелитополем. Уже за Мелитополем. А где? Вон в траве. Дотронься еще, что-то на это. Есть. Я голову вижу. Видишь голову? Да. Большая. А главное шипит, слышишь, да? Приехали на экскурсию. А здесь много целобус. Это конь. Это лось. А ты встретишься. Давай, Лиля. Детки, пока. Все, их нет. Обратите внимание, все. Пока. Ушли. Ушли, значит, идут они тут. Тут, как-то они так идут. Там
Нету еще их. И вон! Вон они! Как здорово! Быстрее меня даже! Не потерялись. Ну что, не знаем. Да. Ну тут только с рыбой, да? В общем, Ваня тут посоветуем. Нет, креветки нет. Значит, сейчас самое сложное впереди. Надо выбрать продукцию, которую мы будем кушать. Итак, что у вас... На чем вы больше думаете? Что съедобное. Что съедобное? Тут все, по-моему, съедобное. Не знаю. Молодежь, вы уже заказала? Конечно. Вы уже выбрали? Даже если беден, обладаю всем. Все, чем Бог владеет, я владею тем. Потому что он знал, потому что, говорит, наемник, когда какая-то опасность, он сразу это сам. Да ладно, что там с этими опциями. Но этот, говорит, готов жизнь положить. Поэтому, знаете, когда я радуюсь, что Бог поставил в церкви, не человек, но когда Бог поставил в церкви. Друзья, не вырвешь это. Это Ефесянам 4. И Бог говорит, что приготовит невесту, поставит в позицию через эти служения из Ефесянам 4. Скоро мы вернемся в дом Отца навсегда. Господь, вы знаете, то, что, о чем здесь говорилось, это путь к тому, чтобы получить жизнь вечную. Аминь, друзья. Ты миром выставлен вон, но во мне принял трон и облёк мою душу в светлый чистый весон. Еще один. Давай. Его руками. Он сможет. Где-то. Все, его нет больше. Не, ну, смеемся мы?